Парни, всем привет! Давно не виделись, аж вот, пацаны, шкура, все, зимняя. Шкура зимняя, значит, кратко хочу сказать. Пацаны, приношу свои извинения за последнее видео с Volvo снято. Просто слетела прошивка на камере. Я когда начал смотреть уже сам на YouTube, все там волнами пошло. То есть, камера плохая. Сейчас же мы пишем на совсем другую камеру. Обратите внимание, микрофон у меня беспроводной. Соответственно, сегодня у нас речь будет идти про Volkswagen Passat 2012 года выпуска, рестайлинговая модель. Первый кузов вышел в 2008 году. Почему именно эта машина? Ну, во-первых, с Аккордом и с другими машинами сейчас не срастается почему-то постоянно. Там то переносит, то одно, то второе. Будем рассказывать про нее. Вы часто просите, говорите, вот смотри, про BMW снимали, 20 тысяч пробег, ну о чем там можно судить? Ты про свою машину рассказываешь, про Мазду, 50 тысяч пробег, ну о чем там можно судить? 2012 год, один владелец, пробег 222 тысячи километров у автомобиля. Поэтому сейчас мы сможем здесь все рассказать и показать, что такое немецкое качество, потому что это настоящий немец. Данную машину называют, вот вы слышали, 100% имиджевая машина, то есть купе, четырехдверный, комфорт класса и бла-бла-бла и так далее. То есть все эти названия больше всего, я вот 100% вам даю, даются для рекламных буклетов. То есть для гражданина, вот для простого человека, как для меня, например, это слова просто вот, проехать по ушам и все. Почему? Приходя в салон, многие люди приходят вообще изначально за Passat'ом. То есть вот я читал отзывы реальных людей, кто является владельцем данного автомобиля. Все пришли в салон посмотреть Passat. Тут раз стоит в шоуруме ЦЦ-шечка. Машина, подчеркиваю, на 2012 год действительно была такая симпатичная, то есть современная. Если она часто, представляешь, вот смотри, лес, да? Осенний лес. Пожалуйста, красивая машина, чистенькая. То как она выглядит в салоне, когда она просто начищена так, что она вся блестит. Под цветом, да, под грамотно. Ну, сами знаете, всегда приходишь в салон, машина новая, вся там просто идеальная. Соответственно, смотрят на нее, садятся в машину, садятся в салон, и все, машина понравилась. И многие, приезжая за Passat'ом, уезжают на Passat'е CC. Сейчас у нас конец 2016 года. Конечно, машина уже не кажется такой прям современной, не вызывает прям вау-эффекта. Сейчас я специально вставлю просто пару фотографий. Уже вот есть модель 2017 года, она уже представлена была, то есть, ну, как обычно, на концепт-кары все есть, уже про нее снимали обзоры, показывали, рассказывали. Просто посмотрите, скажите, ну, вот это вот действительно просто бомба. Ну, согласись, просто машина действительно современная. Если она придет на наш рынок с такими же ценами, как сегодня, то действительно у нее будут покупатели, на нее будет спрос. Тем не менее, вот если немного даже назад вернуться, сейчас многие люди, естественно, могут этот автомобиль купить как новый, так и БУ с пробегом. Но вот кто на этой машине ездит, да? Но ты просто посмотри, просто вот на весь внешний вид, ну сразу, да, пацаны, рисуется просто молодой пижон. Вот пижон молодой. Вот под словом молодой понимаю, знаешь, как вот, не там не 18-20 лет, понятное дело, а вот до 35 лет. Молодой парень, либо какая-то девушка там, ну, 30-32 лет. Либо человек, который где-то работает в офисе, обязательно ходит в каком-нибудь костюмчике. То есть, ну, не какой-то сельский житель, то есть, не человек, которому нужно что-то возить в машине. Потому что клиренс у машины очень маленький, то есть, 154 миллиметра. Сама по себе машина, то есть, такая низенькая. То есть, ну, явно видно то, что вот машина городского плана. Передняя часть автомобиля, да, обрати внимание, фары стоят биксеноновые, ближний, дальний. И уже они тоже там крутятся налево, направо, но за рулем следуют. Противотуманочки у нас есть, пожалуйста, снизу. Ну, просто, в целом, машина симпатичная, да, получается. То есть, узнаваемая решетка радиатора Volkswagen. То есть, такого же плана, мне кажется, и на Polo, и на Jetta есть. Да, ну, скажите сами, то есть, тут оно. Диски у нас стоят 18-е, в нашем случае 18-е. А так еще машина идет на 17-х дисках. Воткнуть сюда можно 19-е. Просто, конечно, это будет, как говорится, бодрый такой вид. Машинка прям будет бешеная. А так, передняя часть, особенно губа, я бы не сказал, что она слишком занижена. Но тем не менее, машина, конечно, сама по себе низенькая, поэтому с ней нужно быть аккуратным. Но в пределах города в основном ездить умеешь, аккуратный, проблем не будет. Стоят парктроники спереди, сзади, и также есть еще задняя камера. Давайте просто откроем капот и так вот просто слегонцули расскажу, что под ним есть. Автомобиль оснащается у нас четырьмя двигателями. Первый идет TSI 1.8. Он есть с механикой и также есть вот с роботом. Семиступенчатый DSG, вот самый, который вот больше всего на него жалуют. Сам двигатель идет 152 лошадиные силы. В чем плюсы? Плюсы в том, что он по сути резвый. Разгон до 108,6 заявленный. То есть не хочу рассказывать о том, что кто-то его разгонял, там, как обычно, там, за 7 секунд. И очень экономичный. То есть люди
очень хвалят машину. Представляешь, просто 2012 год, расход там в городе у людей был 7-8 литров. Вот с таким двигателем. На трассе так и вовсе 6. У меня у друга, когда я учился в институте, вот была такая машина, вот именно с таким двигателем. Был счастлив, просто неимоверно. Постоянно прислал фотки, где у него 5,8 расход и так далее. Дальше у нас идет двигатель, вот, который в нашем случае сейчас стоит, двухлитровый, 210 лошадей. Просто дури много. Разгон достал у нас 7,8. Максимальная скорость просто заявлена 240 км. Ты представляешь, 240 км это неплохо, это очень даже неплохо. Также машина оснащается двухлитровым дизельным двигателем, там 170 лошадей. И есть прям самый топовый двигатель 3.6, V6, там 300 лошадей. И разгон просто 5,5 секунд до сотни. И он же оснащается, эта комплектация, полным приводом. Понятное дело, что полный привод там для того, чтобы, срываясь с места, ты не пробуксовывал, не терял секунды на старте. Но все равно приятно. Но цена такого автомобиля вот на сегодняшний день официально 3 миллиона 200 тысяч. Парни, без скидок. То есть, понятное дело, можно приехать, сказать, да кто ее возьмет с нынешним налогом, с нынешним... Ну, наверняка что-то скинут. Тем более, сейчас конец года, вы сейчас спрашиваете, когда покупать машину? Вот сейчас. Вот именно сейчас всех обзванивают, всем закидывать удочку, говорить, хочу, вот, допустим, такой посадик. И прям вот все, душить, давить и говорить, будут скидки, я приеду. Не будут скидок, я не приеду. Какие плюсы, минусы под капотом? Ну, в основном, смотрите, на движки особо не жалуются. То есть... Пока читал, изучал, смотрел, искал просто отзывы людей реальные, на сам двигатель жалоб не было такого, чтобы по гарантии его поменяли. На коробку, да, здесь стоит нами любимая DSG, все ее знают. А, DSG, все, лошара там пошел. Семиступка, понятное дело, самая косячная, летит сцепление, горит, те, кто любит погонять, ну... Каждый второй отзыв, то есть, был связан с тем, то, что вот DSG, вот DSG. В нашем случае стоит шестиступенчатая, то есть она как бы считается более надежной, поэтому у владельца, например, да, ну что далеко ходить, вот конкретно у него проблем с ней не было. То есть все ездит 222 тысячи, то есть все по регламенту, ТО проходил, понятное дело, что-то менялись подвески, наверняка там какие-нибудь подшипники, еще что-то, но такого критичного, чтобы он пришел утром, а у него там машина не поехала, или как вот у некоторых минус 20 на улице заводит, а печка не работает, тоже просто не греет, он сидит в машине, вот там трясет, вот так вот от холода, звонит дилеру, а он ему говорит, ну через неделю приезжай, вот, в общем, такого не было. В основном под капотом все здесь больше говорить нечего, как обычно. Вон та синий клапан залил воды, масло проверил, все общие характеристики по машине. Ну, клиренс везде 154 миллиметра. Все машины идут переднеприводные, кроме самой топовой комплектации, как я сказал, она с полным приводом идет. Подвеска здесь передняя, многорычажная, типа Макферсон, задняя тоже независимая, многорычажная. Вот я уже неоднократно хвалил свой город, а именно нашего там нового главу, в том плане, что в городе везде хорошие дороги. Поэтому я езжу, мне здесь, знаешь, куда-то влететь в яму и сказать, слушай, блин, жестко? Нет. Лежачий полицейский, проезжая, какие-то различного рода швы. Нормально, при условии того, что 18-е диски. Хотя люди пишут о том, что специально 18-е меняют на 17-е, чтобы была немного помягче. Мнения делятся на два. Одни говорят, ой, очень мягкая. Другой говорит, блин, такая она жесткая, спортивная. Я так понимаю то, что... Все зависит больше от города эксплуатации, потому что в Москве бывают такие швы, такие стыки на дорогах, то, что едешь, влетаешь, прям действительно отдает в зад, вот, например, на моей машине. Хотя, по сути, она тоже там невысокая, но, по большому счету, управляемость у машины отличная, все хвалят, то есть, когда погоняться на ней можно, ну, сам подумай, машинка низенькая, разгон у машины, у любой, за 230 запросто можно разогнать. Соответственно, если производитель дает такую гарантию, такую просто возможность тебе впулить на ней, ну и, соответственно, нареканий у людей нет на машину. То есть, в основном, люди гоняют по трассе, пытаются ее там разбалтывать. Ну, дорогу держит хорошо. В этом однозначно плюс. Вес автомобиля тонна 535, объем топливного бака 70 литров, средний расход от 8 литров. То есть, вот в городском цикле, вот смешанном, да, от 8 литров. Сколько там, ты можешь и 12 можешь сделать, ты можешь и 20, наверное, сделать, смотря как ездить. То есть, ну, в основном, по описаниям, то есть, 8-9 литров, вот так вот. Смотри, вот задний вид автомобиля, согласись, симпатичный. Важно, вот очень важно. Люди приходят, да, смотрят машинку, возможно, сейчас кто-то смотрит и хочет ее купить. Парни, нужно рассчитывать, исходя из того, где ты живешь конкретно. Потому что, если ты живешь в каком-то там городе, где-то на севере, конечно, вот эта машина тебе будет зимой на ней некомфортно. Почему? Снега много, машина низкая. То есть будешь где-то во дворах постоянно там ползать. Багажник. Ну, как обычно, на кнопочку нажали, подняли.
Вот подходите ближе смотреть. 535 литров перед вами. Вот просто посмотрите сами, насколько багажник забит. Здесь у нас лежит коляска, там, омывающая жидкость, там, различного рода удочки, сиденья складываются, то есть можно разложить. Конечно, ровного пола не появляется, но тем не менее. Бывает отмечают так, то, что вот крупногабаритный груз сюда не положишь, то, что якобы вот это расстояние очень узкое. Вот ты мне скажи, вот ты бы стал бы сюда какой-то крупногабаритный груз ложить? Ты сюда кладешь что? Вот, действительно, что-то ребенок у тебя маленький, да, есть, ты положил сюда колясочку. Ты сюда, опять же, старая песня о главном. Сумка из спортзала, ты качнулся такой раз, пришел, положил. Либо ты, девчонка, кто тоже там со спортзальчика вышла, там, продуктов купила, положила, все. Полноразмерное колесо запасное также лежит у нас. Ну и по большому счету, багажник вполне адекватно сделан. То есть, ну, заострять на нем внимание не будем. То есть, накидай сюда, ты всегда сможешь чего-то. Подчеркиваю, 535 литров. Хваленая Камри со своим огромным багажником в 496 литров. Ну, вот, пацаны. И самое главное, смотри, вот, сделано грамотно. То есть, вот это вот, ну, пространство не сжирается. Если бы его открыть, еще больше места будет, ну, так, визуально. А так все продумано, все сделано нормально. Когда открываем дверь, ну, в первую очередь, я никогда не затрагиваю вот эти нюансы, типа линии, изгибы, которые делают машину, там, агрессивнее, спортивнее. Будем считать то, что все эти нюансы должны прорабатывать дизайнеры. В целом машина смотрится красиво. Вот, смотрите, момент. Вот постоянно. Вот инкубатор, пацаны, да? Только приоткрываешь дверь, опускается стекло на 3 мм. Открываешь дверь, соответственно, рамы нету. Садишься в машину, закрываешь, оно приподнимается. Вот все просто в один голос что орут. Вот зимой вот это стекло примерзает к резинке. Здесь образуется некая наледь и так далее. Просто хочется подойти и сказать, слушай, а ты вообще в курсе то, что есть молдинги? То, что вот сюда можно сделать, приклеить молдинг, вот он полностью клеится один, второй, смотрится, отвечаю, вот так вот, ни хера не колхоз. Вот честно, посмотри сам в интернете, прям напиши Passat CC молдинги. Под белый цвет автомобиля есть, есть под черный. Действительно, встает просто идеально, соответственно, снег будет капать. Вот налить, да, пошла, этого уже не будет, то есть резиночка будет там. Во-вторых, ну, стандартные вещи типа силиконом промазать, там, она уже не будет примерзать. И самое главное, молдинги в чем хорошо с такой машиной? То есть, если ты, например, сам в машине, там, куришь или ты не куришь, ты, вот, смотри, приехал в Макдональдс, да, кофейку себе взять, дождь идет. Вот постоянно, вот у меня на машине нет этих молдингов, и постоянно что-то капает, все сразу на стол попадает, эти капли летят, будет комфортно. Соответственно, проблема вот. Вот так вот, просто пальцем щелкнул, решилось. Молдинги стоят 2,5 тысячи рублей. Ну, наверное, там, ну, трешка это вообще просто козырные у тебя будут молдинги. Открываем, да? Во-первых, обрати внимание, как выступает порог. То есть он действительно такой, не маленький. Означает то, что брючина твоя может быть сразу грязной. Многие бьются головой об эту часть, то есть пачкают джинсы. Понятное дело то, что можно сесть вот так вот. Я сел, да? Видишь? Ноги отряхнул, закатился. Одни мне говорят, типа, так в машину не садятся, так в машину только девки садятся, чтобы вот трусов не было видно. Вот я сел, смотри, закатился просто как сыр в масло. Можно сесть, конечно, вот так ногу сначала туда закинуть. И вот залезть тоже, да, нормально, идеально. Но поначалу люди не привыкают к таким машинам, к низким. Особенно, если ты ездил на машине повыше, то есть у тебя был какой-то, может, какой-нибудь старенький паркетник. Тебе серьезно говорю, будет неудобно, потому что сиденье здесь чувствует спортивное, то есть к посадке в машину нужно привыкнуть. Значит, смотрите, без ключевого доступа в автомобиль нет. То есть у нас есть ключик, тормоз, все дела. Вставляем. Машинка завелась. Вот посмотри просто, покажи ребятам интерьер. Вот, пацаны, просто посмотрите вот так вот сами своим взглядом, да? Оцените. Вот эта часть, да, Volkswagen, там, Porsche Cayenne. Ну, согласись, вот сейчас у тебя кнопочек побольше доставить, уже какая-то Panamera будет, да? Вот так вот есть. Руль. 222 тысячи пробег. Вот 222 тысячи. Ничего не облезло. Чудо? Наверное. Сиденье то же самое. Вот просто поверьте мне, сейчас будем назад, например, садиться там спереди, покажу вам немного. То есть, есть такие потертости легкие, но для этого пробега вообще, в принципе, состояние автомобиля идеальное. Покатался на машине по городу, то есть, вот здесь ничего нигде не скрипит, ничего не дребезжит, самое главное. То есть есть различного рода свои фишечки. То есть, ну, посадка удобная. Подлокотник просто классный. Вот он сделан слегка вниз настроен. И то есть сидеть удобно. Особенно, как вот люблю показывать, да, то есть ставишь, например, в драйв режим. Все, ты сел, вот, идеально. Подчеркиваю то, что сколько раз не заводил, сколько раз вот не включал, постоянно у меня сразу спорт режим включается. То есть я завел машину, сел, сразу у меня спорт. Ну, дальше, смотри, шторка есть.
Шторка очень идеальный вариант, потому что, например, в более бюджетных комплектациях шторки нету. Но у шторки есть минус, вот покажи. Вот эти вот подстаканники, два кофе из-под Макдональдса, сюда не влазят. Один встанет, второй уже все, то есть не заходит. Шторка при условии того, что 220 тысяч, ну хорошо ходит. У меня, например, вот она вот уже так не ходит, постоянно она сухая стала. Здесь отлично. Подчеркну то, что интерьер автомобиля есть еще в такой в отделке под дерево. У нас вот под алюминий идет, а есть под дерево. Вот посмотри, просто вот ради интереса. Реально бомбически смотрится, особенно в сочетании вот с этим салоном, с коричневым. Вот мне цвет очень нравится. Что мне, что жене, она прям села в машину, сразу говорит, слушай, блин, вот цвет такой классный. Ну, действительно, классный цвет, симпатичный, удобный. Работу двигателя, ну, бензин, особо его не слышно, понятное дело, там на газ. Нажать будет, но звук приятный, такой рокот такой легкий стоит. Мультимедиа. Парни, на мой взгляд, вот это единственное то, что здесь уже, конечно, устарело. То есть такой маленький, то есть как кто-то говорит, опять же, схожесть вот с Porsche Cayenne. У них же там тоже раньше вот было такой вот небольшой какой-то. Ну, концерн-то один и тот же, правильно? Сейчас же Volkswagen, Porsche Cayenne, там папа-то один. Один папа. Приборная панель читается идеально, то есть здесь даже добавлять нечего, смотреть на нее смысл какой. Ну, все как обычно, то есть все, что нужно, есть тахометр, спидометр, бак. Вот, 222 394 километра. На улице плюс 4. Ну, все, что нужно, все есть. Машина приятная. То есть, по состоянию просто сиденья спортивного. Тут отметь, смотри. Боковая поддержка очень хорошая. Вот я сидел, особенно в зимней куртке. Вот я сел, прям ее сразу чувствуется. Ну, и вообще, я ее под себя настроил. То есть, сижу вполне-вполне. Бывает еще люк. Ну, расстояние от головы там до потолка нормально. То есть, сидеть в машине классно. Пойдемте назад, просто сейчас покажу, как сидится сзади, и поедем просто на ней прокатимся, возможно, даже с легонцу или просто где-нибудь вжарим. Не, ну на самом деле, при желании, если сам по себе ты аккуратный, то можно будет садиться, если детей своих там приучить, то сидеть будет вполне нормально. Отмечу то, что вот я сейчас сажусь сам за собой, сиденье никуда не двигал. Вот покажи просто. Конечно, вот так вот сидеть, как вот некоторые показывают, но это так никто не сидит в жизни. Все сидят покомфортнее, то есть развалился. Там даже зимняя обувь будет, ну, засунуть можно ноги, то есть сидишь, все, комфорт. Есть подлокотник, все, вытащил его, тоже сидишь, комфорт. Вот смотри, сиденье, вот видишь, сиденье откинули назад, это просто вот оператор у нас вот сидит, откинулся. А так сиденье обычно это вперед задвигается, и за рулем есть водитель, сзади сидит ребенок, его в зеркала просматривается, то есть, ну, нормально. А ему вот это вот место там до потолка, во, вагон. Естественно, если у тебя, как я тебе сказал, сын Ушан, 2 метра ростом, сзади он у тебя будет ныть и говорит, ба, я хочу вперед сесть. Но если ты катаешь девчонок молодых, таких красивых, то им здесь, конечно, будет прикольно. Тем более, кожа красивая, цвет красивый у машины. Напоминаю, то, что сиденья раскладываются, можно здесь всякого-якого наложить. Я предлагаю уже отправиться на тест-драйв, покататься на машине. Поэтому, парни, в погоню. Первое, что хочу сразу отметить, обзорность. Вполне адекватная, то есть зеркала... Внешнее зеркало, все ну, отлично видно. То есть претензий к этому нету. Машинка бодрая, просто газку в пол, опа. Ну, уже 100. То есть машина на самом деле подрывается. ДСГ, конечно, пацаны, но вот задержка небольшая есть. То есть я вот на газ жму, прям в пол нажимаю. Он ее, видно, сбрасывает, только потом пошел. Сейчас проверим, что будет, если сделать то же самое в режиме спорт. Ну, покажу опять дорогу, ровная, все идеальное, понятное дело. Просто в спорт режим ставлю коробочку. Угу, вот, обороты держат. 60 км. Просто слеганцули давлю. Ну, подхват. Ну, подхват, слушай, это. Я в полный давил, уже 100. Ну, понятное дело, город там особо гонять нельзя, но одно хочу сказать. Есть отдача. 210 кобыл. Чувствуется. И на самом деле машина очень хорошо на дороге стоит. Я бы не сказал, то, что она какая-то там особо валкая. То есть вот в поворотике мы ездим. Вполне. Что касаемо шумоизоляции, парни, смотри, вполне адекватная, но здесь сейчас гул, он прям такой отчетливый стоит, но это больше от зимней резины, то есть машина у нас уже на шипах, и прям вот характерный гул такой, он есть. А так нормально, то есть если ехать вот сейчас 60-80, нормально. Но когда останавливаешься, вот прям от шипов, то есть через арки, конечно, шум доносится, но поставь себе липучку, и таких проблем не будет. Значит, с точки зрения комфортности седана, вот я сейчас сижу за рулем, вот уже все в машине сел, скинул курточку. Честно скажу, пацаны, ну нормально.
Ну, конечно, не 5 с плюсом, но 4 с плюсом 100%. То есть пятерочку даже может по большому счету-то поставить. Сиденья спортивные, удобные. Они не мягкие, не жесткие. То есть, ну, вполне тут гармонично так вот настроены. То есть сидеть в машине тоже хорошо. Рулится послушно. Руля даешь, вот она пошла. То есть на небольшой... Вот мы сейчас ездим 80, и даже не ощущается эта скорость. Сейчас проехали железнодорожный переезд. Нет такого, что прям, знаешь, прям супер жесткая или вот гармоничная подвесочка, смотри. Оп, лежачие полицейские проскакали. Ничего не цокнуло. То есть, хорошо. Плюс, однозначно, за рулежку, за управляемость, то есть за комфорт движения однозначно плюс. То есть по подвеске, по обзорности машина достойная. В машине быстро привыкаешь, все сразу становится понятно. То есть все интуитивно, все разложено на своих местах, то есть... Покататься на ней неделю, то есть уже все, будешь как дома сидеть. То есть она уже будет у тебя родная. Конечно, нареканий у машин есть, есть минусы, как со всеми автомобилями. Есть такие, знаешь, вот просто люди жалуются вот на мелочи, которые, ну, которые напрягают. То есть то печка, как я говорил, не работает, то у кого-то дворники там зависают. Тут эта коробка тоже, сцепление горит. То есть ну машинка седан, да, погоняться-то охота. А на раз там, да, сцепление сгорело. То есть с коробкой вообще страшно. 2 года гарантия на новый автомобиль, либо ну, там без, пробег без ограничений. Это плюс для кого? Плюс для того, кто на машине ездит просто очень много, просто очень-очень много. Изначально машина идет на штатной мишленовской резине, и вот на нее постоянно все жалуются. То есть вот она и дорогу не держит, и аквапланирование очень хреновое, и шума от нее действительно очень много. Многие ее сразу скидывают, просто продают и покупают себе другую резину, ставят. Вот уже там проблем не будет. Так, значит, подводим итоги. Про одно не сказали, лакокрасочное покрытие. В целом к нему претензий нет, но за 222 тысячи километров, конечно, машина большую часть времени провела на трассе. То есть, может быть, вы присматривались, приглядывались. Сколы есть, очень много сколов по машине, по кругу. То есть, прям лед, ну, видно прям от камней. То есть, видно, не летал, гонял, сколы есть. Значит, вот таким получился данный обзор. Парни, пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии, что думаете за автомобиль. Обязательно ставьте лайки. Говорят, то, что они там видео куда-то в топ кидают. Ну, наверное, может, что получится, может, куда вырвемся, пацаны. Значит, от себя хочу записать 2 видео. Первым просто хочу накидать, так сказать, просто поджопников, надавать Мазде Motorrus, потому что очень много на них жалоб, просто есть что рассказать. Воскресенье. Вот просто даже боюсь сглазить, пацанов. Боюсь сглазить. В воскресенье, по идее, едем снимать Mazda 6 Executive комплектацию. Человек купил, реально владелец, все, позвонил, говорит, пожалуйста, машину даю. Также всем спасибо, кто помогает, кто подкидывает, там пишут, вот у него есть такая машина, сякая машина. Если ты каким-то владельцем являешься автомобиля, обязательно пиши, что есть, там предлагай, будем снимать однозначно. То есть рассматривать варианты Москва и Московская область, приоритет направления юг. То есть ну, вот Кашира, Ступино и вот так далее. На этом у меня все. В ближайшее время парочка промежутных видео. Дальше на выходных есть одна просто, так сказать, зарисовочка, что заснять. Машинка есть. Называть не буду, чтобы просто не сглазить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.